отвечать. Сколько вы сегодня выпили? Сколько вы сегодня выпили? Я вообще не пил сегодня. Не пили? Нет. С показанием прибора согласны? С показанием прибора согласен. Вы же знаете, что он 1,50 миллиграмм на литр показал. Он врет. Мы в наркологию с вами съездили. Там тоже врет все. Врет? Да. То, что вы состояние алкогольного опьянения, вы не признаете? Нет, конечно. Я абсолютно трезвый человек. Абсолютно трезвый? Да. А за что тогда вас сотрудники привлекли к административному? А сотрудникам просто такие условия поставили,